1 января 1965 года. Наряду с Новым годом местные жители отмечали еще одну не менее знаковую дату – день рождения Октябрьского района. Хотя сама история поселения началась намного раньше. Он расположен в центральной части региона, на юге граничит с Сакмарским, на западе с Александровским и Переволоцким районами, на востоке с Тюльганским и на севере с Куюргазинским районом Республики Башкортостан. Сам районный центр находится в 75 километрах от Оренбурга. В составе района 14 муниципальных образований, всего же 46 населенных пунктов. У каждого своя уникальная история. Здесь есть целое национальное поселение. Этнический состав Октябрьского района весьма разнообразен. Большую часть составляют русские. На втором месте – татары, за ними казахи и украинцы. И несмотря на соседство республики Башкортостан, представители этой национальности здесь чуть больше 3%. Но именно башкирами и татарами началось активное заселение этих земель еще в XVIII веке. Историю района начали писать в селе Бекулово. Оно считается самым старинным населенным пунктом. По переписи населения Оренбургского уезда в 1744 году в селе на тот момент уже проживало 75 человек. Все они были выходцами из Поволжья и поселились с разрешения властей при почтовой станции. Краеведы говорят, заселяться Октябрьский район начал активно. Многолюдно здесь было во все времена. Привлекал не климат, не условия жизни, а, как это ни странно, руда. На окраине села Уранбаш расположен исторический и археологический памятник – Каргалинские медные рудники. С февраля 1995 года указом президента России им присвоен статус памятника федерального значения. Их первооткрывателями считаются горняки бронзового века. Разработки начались еще в IV-III веке до нашей эры. Из каргалинской руды уже в те далекие времена изготавливали орудия, наконечники, топоры, ножи и кинжалы, украшения, браслеты, подвески и серьги. Сейчас некоторые из вещей стали экспонатами историко-краеведческого музея. Можно лишь только догадываться, почему спустя 2 тысячелетия активной добычи руды они вдруг забрасываются, а древнее поселение рудокопов гибнет от пожара. Вспомнят про них лишь в 18 веке. Каргалы вновь станут важнейшим источником меди. Ее здесь добывают столько, что из каргалинской руды выплавляли до четверти меди всей Российской империи. Однако к концу 19 столетия каргалы вновь стали умирать. Все реже в глубине недр встречается руда. Люди покидают рудники. Некоторые из экспертов считают, каргалинские рудники при грамотном вложении инвестиций можно превратить в настоящий центр туристического паломничества. Однако желающих представить проект по созданию в регионе такого вида экскурсии пока не нашлось. Так и стоят каргалинские рудники в гордом молчании. Пшеница, хоть и не металл, но на вес золота – это еще одна гордость в районе. Как и в любом муниципалитете, в Оренбуржье поля на особом счету. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2018 году составила почти 160 тысяч гектаров, в том числе площадь ярового сева – 129 тысяч гектаров. В структуре ярового сева большую часть заняли зерновые и зернобобовые – 76 тысяч гектаров. По валовому производству зерна Октябрьский район занял третье место в области – в
Впереди Адамовский и Кваркинский районы, у которых посевные площади в два раза больше. Под урожай 2019 года посеяно озимых культур на площади свыше 31 тысячи гектаров. Стоит перед сельхозтоваропроизводителями и главная задача в животноводстве – обеспечить сохранность поголовья скота, повышение его продуктивности, а также довести показатели производства молока до цифры свыше 16 тысяч тонн. Янтарная, золотистая. Именно по ней можно понять, каким было летом. С достаточным количеством солнца и влаги. По урожаю пшеницы можно и предположить, каким будет год. В плане цены на хлеб. А он, как известно, всему голова. Впрочем, как и молоко, оно тоже играет не последнюю роль. Развитию молочно-мясному скотоводству в Октябрьском районе уделяют особое внимание. Черно-пестрая порода коров – гордость колхоза имени Калинина. Их для расширения молочного стада взяли 4 года назад. До этого здесь больше 20 лет работали на Красной Степной. А само хозяйство являлось племенным репродуктором этой породы коров. Красная, да, она больше приспособлена для красного, для нашей области. Поэтому эти более нежные, вот эта вот такая вот погода, конечно, для них несколько немножко... На удой будет это сказываться. С Москвы нам присылают семя. Угу. Вот, и этим семенем мы осемняем коров. В этом году мы получили 100-120 первотелок. То есть здесь уже есть две группы молодых телочек. На данный момент у нас 400 голов в поголовье. Уже есть телочки. То есть 400 голов мы закупили, и уже теперь у нас есть свои уже телочки. Новые. Еще одно хозяйство в Октябрьском районе сделало ставку на черно-пеструю. Первые 100 племенных коров здесь появились в 2017-м. Молочно-товарная ферма на 400 голов. Ферма нового поколения. Большинство процессов здесь автоматизированы. От доения в режиме онлайн можно проследить, сколько каждая корова дает молока, до монтажа системы микроклимата в самом помещении для животных. Ускоряет процесс. Молоко не таскать, все идет по молокопроводу. И она на сегодняшний день как бы одним доильным аппаратом обслуживает сразу две головы. У нас на сегодняшний день закреплено за каждым оператором машинного доения по 95 голов. Вишня, Мэрия, Маркиза, Дутая – это родильное отделение. Здесь телята находятся до 3 недель. За ними особенный уход. У каждого свой характер и темперамент. А имена на бирках – целая наука. На сегодняшний день, вы видите, они все пробиркованы практически. У каждого на каждом ухе находится дублирующая бирка. У матери кличка, детям даем тоже кличку. Телочки четные числа, бычки нечетные числа. Порядка. Первые цифры год рождения, потом уже пошли непосредственно по порядку. Сейчас здесь свыше 1000 голов. Это один из первых комплексов круглогодичного содержания животных. Но это не значит, что коров здесь не выгуливают. Специалисты считают, физические нагрузки им также необходимы. Вот и сейчас полупустой ангар тому подтверждение. Главное правило – в закрытых помещениях насытить рацион всеми необходимыми добавками. Бобовые, люцерна, однолетние травы, злаковые – все это улучшает тонус животных и, как следствие, надой молока. В данный момент проверяем качество молока на кислотность, плотность, а сейчас определение жира идет. Помочь определить, насколько качественное молоко дает хозяйство района, помогает экспресс-тестирование. Это уже лаборатория Октябрьского молокозавода. Небольшое по масштабу предприятие, но давно зарекомендовавшее себя своей продукцией. Сюда поступает сырье из почти 40 хозяйств муниципалитета. 15-20 минут и анализ готов. Лаборант дает команду сливать утренний надой. После того, как молоко слили в ванну, оно по молокопроводу размещается в эти танки-охладители. Вот у нас 3 танка-охладителя. Здесь они мешаются, молоко мешается и периодически охлаждается. Вот на данный момент в этом танке температура 2 градуса. И отсюда мы распределяем по производству это молоко. Какую часть молока мы отдаем на фасовку, на пастеризацию, часть молока мы отдаем на производство сыров. Вот в таких ваннах и происходит процесс закваски сыров. В данном случае мы становимся свидетелями, как молоко смешивается с закваской.
На наших глазах происходит зарождение настоящего натурального рассольного сыра, всем известной плетенки. Здесь происходит просолка сыров. На данный момент работник рассольного цеха фасует сыр по пакетикам. Это готовый сыр, с которого уже рассол стек. Созревание у него происходит в пакетиках. Это специальные пакетики, специальная пленка для созревания. Молоко, сыр, тан, сливочное масло. На протяжении 18 лет небольшое производство дает молочную продукцию на рынке. Автомеханик по образованию, но фермер по призванию. Так в шутку называет себя директор молокозавода. Он сам спроектировал ванну для посолки сыра. Продукцию завода знают не только оренбургские покупатели, но и далеко за пределами области. Начали сыр Сулугуни, единственный сыр производить. Потом начали заниматься рассольными сырами, угольская плетенка, бринза. Вот. И через 5 лет начали производить голландские сыры, российские сыры, упаковывать молоко. И вот уже года полтора мы занимаемся монолитом, масло производим, 82 жира. Пока сбит есть, реализуется. Мы заключили договор с Казахстаном уже 11 лет работаем с Казахстаном. В основной продукт уходит на Казахстан. Оренбургские рынки очень хорошо востребованы. В Башкирии, Челябинск у нас 2 фирмы работаем. Казани очень хорошо тоже. Здесь все налажено, автоматизировано. Для небольшого предприятия удобно. Коллектив чуть больше 30 человек. И они производят сотни килограммов готовой продукции. Главная задача – совершенствовать качество изделий и радовать оренбуржцев новинками. О пользе молока и кисломолочной продукции знают все. Об этом говорят и врачи. Октябрьская районная больница создана в 1860 году. Спустя полвека она реорганизована в лечебницу. В 40-х-50-х годах открыта родильная палата на 10 коек, с 60-х годов появляется родильное отделение. В 1978 году в райцентре начинает функционировать новый типовой больничный комплекс. Он включает стационар на 190 коек, инфекционный корпус, открыто новое хирургическое, терапевтическое, детское отделение. В настоящее время в системе здравоохранения района действуют 2 врачебные амбулатории и 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Больше внимания профосмотрам, так считают медики в Октябрьской районной больнице. Своевременная выявляемость заболеваний сейчас одна из самых основных задач, чтобы не упустить время и пресечь болезнь на корню. Именно с этой целью здесь с 2011 года работает компьютерный томограф. Он позволяет исследовать пациента полностью. А это значит, что жителям Октябрьского района, а также Тюльганского, не приходится выезжать в областной центр, а получить на месте точную информацию о заболевании и дальнейшем пути лечения. Данное исследование является высокотехнологичным. Оно, несмотря на то, что достаточно затратное, оно все-таки дает свои результаты и ощутимые не только для врачей, но и в первую очередь, конечно, для пациента, потому что удается выявить и характер поражения, его протяженность. От этого зависит тактика лечения. Реанимация. Сердце любой больницы. Именно на это отделение равняются все остальные. От того, в каких условиях здесь работают врачи, зависит жизнь очень тяжелых пациентов. Поэтому внимание этому отделению особое. Оказываем мы помощь очень разноплановым больным с абсолютно разной патологией, разного возраста. Вот. Ну, в этом, наверное, особенность вообще всех реанимаций районных больниц. И особенность такая, что мы работаем на 2 района. То есть мы принимаем
больных кардиологических, больных с острым нарушением мозгового кровообращения, еще есть Ульганского района. Когда требуется оказание помощи абсолютно разным больным с разной патологией и разных возрастов, то, естественно, ну, здесь знаний требуется больше. И где-то, конечно, тяжелее приходится, особенно начинающим врачам. В особенности городских больниц является то, что все-таки они узкопрофильную помощь оказывают, и где-то в этом плане, наверное, им проще. А это терапевтическое отделение, рассчитано на 38 коек. Считается, что оно многопрофильное. Здесь проходит лечение больные с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, различными новообразованиями, а также поступают больные после острого нарушения кровообращения, инсультов. Основная задача медиков – предоставить высококвалифицированную терапевтическую помощь. За консультациями медики обращаются и к специалистам в областной центр. По каждому больному мы созваниваемся с первичным сосудистым отделением. Мы прикреплены к больнице Пирогова. И по каждому больному мы созваниваемся в плане того, что когда перевести больного на следующий этап лечения, то есть это проведение коронарографии и выполнение при наличии патологии в коронарных сосудах, это стентирование. Либо, если это многососудистое поражение, дальше решается вопрос о проведении аортокоронарного шунтирования, то есть операции на открытом сердце. Районные больницы сегодня нуждаются в кадрах. Кардиолог, терапевт, стоматолог, анестезиолог, врачи, которых ждут на селе. Подъем на 1 000 000 рублей зарплатой и жильем сегодня предлагают молодым специалистам. Врач-хирург приехал сюда по программе «Земский доктор», отработал положенный срок, так и остался в районной больнице. Потому что родители здесь рядышком живут и родное село. Работать особо здесь никто не жаждет приезжать, поэтому хирургов мало, объем операции большой, вот рук не хватает, стараемся, помогаем. Процесс урбанизации сегодня, по всей видимости, уже не остановить. Сделать жизнь на селе комфортной и приближенной к городской во всех сферах – задача номер один и для местной власти. Сегодня, знаю, что увеличено финансирование по дотации на животноводческую продукцию, мы посчитали, помимо того, что нам уже выделено еще дополнительно 11 миллионов в текущем году. Это же деньги осядут здесь у нас, в сельской территории, они коснутся каждого. В социалке он трудится, в сельском хозяйстве трудится, они аккумулируются здесь. Они, может быть, завтра выразятся и в повышении заработной платы. Это снова тормоз для тех, кто задумался расстаться с сельским хозяйством. Дополнительное образование в Октябрьском районе развивается и набирает силу. На сегодня действует 27 кружков самодеятельного народного творчества. В них занимается более 600 человек. 6 коллективов получили звание «Народный». В самом райцентре действует детская школа искусств. В 1964 году открыта музыкальная школа. Сначала обучение велось только по двум специальностям – фортепиано и баян. Позднее на инструментальном отделении появились классы аккордеона, домры и гитары. А в 1992-м открылись новые отделения изобразительного искусства и хореографическое. Тогда же учебное заведение было преобразовано в детскую школу искусств. В настоящее время в ней обучаются более 200 учащихся. Детская школа искусств. Здесь с 9 часов утра и до 8 вечера ребята получают второе образование. Каждый может выбрать занятие по интересам. На художественном отделении у нас порядка 70 учеников занимается разного возраста, начиная от 6 лет и до 16. Вот. Здесь у нас выставочный небольшой зал, но вообще художники выставляются у нас и в музее в Октябрьском районе, и в салоне ремесло в районном доме культуры. Выходят на пленэр, выезжают даже за пределы Октябрьского района. Педагоги гордятся каждым своим учеником. Вместе переживают взлеты и падения. Юные артисты – постоянные участники областных и межрегиональных конкурсов. Следят за дальнейшей творческой судьбой выпускников. Директор школы показывает,
показывает доску почета. На ней фото тех, кто, получив базовое образование в Октябрьской школе, продолжил карьеру уже в высших учебных заведениях областного центра и даже столицы. Софья Юмашева тоже мечтает стать артисткой. Я занимаюсь 5 лет, меня перевела мама, была такая длинная история, ну, в общем, меня мама сняла на видеоролик, меня посмотрели Екатерина Николаевна, Бочкарева Екатерина Николаевна, и сказала, что у меня есть вокальные данные, и мне нужно поступать в музыкальную школу. Еще одна гордость школы и района – ансамбль русских народных инструментов «Экспромт». Основан он в 93-м году. В его составе преподаватели детской школы искусств. Классики до народной музыки. Репертуар ансамбля разнообразен. Коллектив 8 человек. Выступления по всей области и за ее пределами. Недавно они вернулись из Уфы. Там группа стала лауреатами второй степени на международном конкурсе. Номера этого коллектива всегда в концертной программе. Слышал их репертуар и музыкант из Бельгии Тигран Мейтисян. Для жителей района известный скрипач выступал в рамках акции «Музыка без границ». Главная цель – чтобы люди из удаленных от центра районов смогли услышать классическую музыку. Стало это возможно благодаря наличию в райцентре настоящего рояля. Его в 2017 году подарил пианист Денис Мацуев. Я очень рад, что я доехал до вас, потому что вот новенький инструмент знаменитой фирмы «Yamaha» теперь будет стоять у вас здесь на сцене. И это будет прекрасным бонусом для того, чтобы молодые, талантливые дети играли на этом инструменте, потому что он один из лучших среди всех роялей. И я вас всех поздравляю с этим событием, потому что... Сегодня создаются условия для всестороннего развития детей. Возможно, имена прославленных земляков появятся здесь, в родном райцентре, на Аллее Славы. В составе садово-паркового ансамбля бронзовые бюсты героев Советского Союза и социалистического труда, гранитные плиты с именами орденосцев и кавалеров Ордена Славы, постаменты с боевой техникой. Это священное место напоминает не только о потерях в Великой Отечественной войне. В центре парка стена памяти погибших в Афганистане и Чечне. Есть имена людей, которые совершили трудовые подвиги. Открыт комплекс в 2015 году. Нам есть чем гордиться. Это родина 4 героев Советского Союза, родина 2 кавалеров Ордена Славы. Значит, это те люди, которые отстояли мир, дали нам возможность сегодня жить. Это территория 3 героев социалистического труда, которые смогли в 60-70-е годы получить такое высокое звание. Сегодня на Аллее Славы они выражены в бюстах, отражены и вписаны в металле люди, которые имеют трудовые ордена, их 433 фамилии. Кого-то с нами нет, а кто-то есть. Все эти люди продолжают носить свой вклад в развитие родного края. На сегодня в Октябрьском районе проживает свыше 19 тысяч человек. Именно им предстоит пополнить новыми страницами книгу под названием «Летопись Оренбуржья».